Сейчас вашему вниманию предстанет перформанс артиста филармонии и наших ребят-поэтов. Пожалуйста, внимание. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем ни тебе, ни мне. Путешествие в обратное я бы запретил. Я прошу тебя, как брата, душу не мути, а не то рвану по следу, кто меня вернет. И на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, боже мой, будет мама молодая и отец живой. Ой,
ключи, кнопочки, хорошо играйте. Расскажите, кнопочки, что о милом знаете. Эту песню слушают березы и, наверное, слышат даже звезды. Черные да белые. Я сжимал в кармане леденящий пистолет, расположен к низу дулом. Сквозь карман он мог стрелять, я все думал, 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 убивать, не убивать. Но от сырости осенней дрожи я сдержать не смог. Вы упали на колени у моих красивых ног, выстрел дым, сверкнуло пламя, ничего уже не жаль. Я лежал к дверям ногами, элегантно, как я.
памятью порой отрывки детства, друзья, соседства и образ твой. Сашка Сорванец, голубоглазый удалец, веселый друг моих забав, вообще чудесный, словом парень. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке? Что ж?
школы проливали нашу кровь. Они же там пируются, они же там гуляются, а мы подаваем сырье. С одесского пищмана бежали два кургана, бежали. Отправлюсь на
Если что... А! Александр Рябинкин! Александр Рябинкин! Есть у нас такой... Да, пожалуйста, Сергей, микрофон! Микрофон! И все же роняется нас иногда. Да, вот от них. Вот. Не поспеваю. Да. Так, Александр Рябинкин со своим стихотворением. Прошу. Сергей, уходите уже. Уходите. Мы обретем друг друга навечно. Я загадал это прошлой ночью, когда в мою губную гармошку случайно залетела ножка. Я из-за этого тогда не смог сыграть мажорную яркую ноту. А получилось наоборот, что-то грустно. И по этому поводу я забросил занятия музыкой. Я забросил писать стихи. Я забросил делать фигурки из твердой слоновой кости. Я забросил пить чай с вареньем. Я забросил плести веники. Я забросил наши бордюры величать очень гордо по ребрике. Я забросил забрасывать вещи. Я забросил лить в текстах воду. И все это из-за ножки, помешавшей мне взять ноту. А вокруг серебрится пламя, на которой живут Бог и дьявол. И об этом напишут поэты. И еще во многом скажут, они напишут, как людям проще ночью плакать, дышать и мочь. Как рассвет предвещает утро, а закат предвещает ночь. Они так умеют, я видел, правда. А я буду писать про мужа. И о том, что мы будем вместе. Ведь об этом писать проще. Thank you.
Подходите, не робейте.
Белоруссия. Вот. Сергей, Сергей. Куда вы микрофон? Сюда. Пожалуйста. И я запускаю самолетик в небо, в прекрасную синь, где живут ветра. Он будет лететь на пару с ветром, пока тот не скажет, что все, пора. Самолетик, расправив бумажные крылья, домчится до юга, свернет на восток, и чтобы его никогда не подбили, возьму самый твердый и прочный листок. Внизу будет страшно, там странные люди, там жизнь, там дороги, ужасный закон. Небесная трасса с просторным маршрутом опасна не так, как земля и бетон. Рассвет его встретит и даст ему света. Он будет лететь сквозь лучи и огонь. И когда ты поднимешь голову в небо, увидишь его и поставишь ладонь. Ой! Oh,
Миля! Пожалуйста! Надоест, да ты знаешь, что я уеду в Иваново.